Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 173 на странице 116 учебника по русскому языку для второго класса автора Климановой. Подберите проверочные слова к словам с парными согласными в конце. Запишите их парами по образцу. Образец. Город, города. Все ли слова надо проверять? Какие слова? Проверять не надо. Проверьте друг друга. Кто не сделал ни одной ошибки? Город. Парное согласное «д». Проверочное слово «города». Сугроб. Парное согласное «б». Проверочное слово «сугробы». Лед. Парное согласное «д». Проверочное слово «льды». Пруд. Парное согласное «д». Проверочное слово «пруды». Лыжи. На конце гласное. Ее проверять не нужно. Стриж. Парное согласное «ж». Проверочное слово «стрижи». Ягоды. На конце «ы». Гласное. Проверять не нужно. Шар. На конце «р». Она не парная. Согласно ее проверять не нужно. Налим. На конце «м». Непарное. Согласно проверять не нужно. Медведь. Проверяем букву «д». Проверочное слово «медведи». Карась. Проверяем букву «с». Проверочное слово «караси». Зуб. Парное. «Б». Проверочное слово «зубы». Овраг. «Г». Проверочное слово «овраги». Голос. «С». Проверочное слово «голоса». Край. Непарное. Согласно «и». Меч. Непарное. Согласно «ч». Лопух. Непарное. Согласно «х». Молот. Парное. Согласно «т». Проверочное слово «молоты». Колос. Парное согласно «с». Проверочное слово «колосок». Груз. Парное согласно «з». Проверочное слово «груза». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.